Ум и медитация. Когда ум без мыслей, это медитация. Ум бывает без мыслей в двух состояниях. Либо в глубоком сне, либо в медитации. Если ты осознаешь, и мысли исчезают, это медитация. Если мысли исчезают, и ты становишься неосознанным, это глубокий сон. Глубокий сон и медитация имеют нечто сходное и нечто различное. В одном они сходны. В том и другом состоянии мышление исчезает. В одном они различны. В глубоком сне исчезает и осознанность, тогда как в медитации она сохраняется. Таким образом, медитация – это глубокий сон плюс осознанность. Ты расслаблен, как в глубоком сне, и в то же время осознан, полностью пробужден. И это приводит тебя к двери тайн. Thank you.
Оша. Смерть – величайший обман. Болезнь, недуг и страдания – это одно, а смерть – абсолютно другое. В представлении западного ума болезнь, недуг, страдание и смерть вместе, в одной упаковке. Отсюда возникают проблемы. Смерть прекрасна, но не болезнь, не страдание, не недуг. Смерть прекрасна. Смерть не меч, рассекающий вашу жизнь. Она как цветок, конечный цветок, который расцветает в последнее мгновение. Это пик. Смерть – это цветок на древе жизни. Это не конец жизни, но ее крещендо. Это предельный оргазм. В смерти нет ничего плохого. Она прекрасна. Но надо знать, как жить и как умирать. Есть искусство жить и есть искусство умирать. И второе искусство является более ценным, чем первое. Только те, кто знают, как правильно жить, знают, как правильно умирать. Очень немногие люди на Земле умерли естественно, потому что только немногие жили естественно. За исключением немногих просветленных людей, все умирают в беспамятстве. Поэтому люди не знают, что такое смерть. Не понимают, что это начало нового рассвета. Тот, кто боится смерти, боится жизни. Такой человек все потеряет в жизни.